Всероссийская акция «Ночь музеев» в Государственном музее-заповеднике Михаила Юрьевича Лермонтова прошла под знаком культурно-образовательной программы «Возвращение к истокам». Мы приглашаем вас всех сегодня вернуться к истокам. Мы предлагаем вам совершить путешествие на несколько веков назад и очутиться в удивительном, необычном мире, погрузиться в атмосферу Древней Руси, узнать, какие ремесла были характерны. Такого наплыва гостей Лермонтовская усадьба еще не знала. Их здесь встретили представители самых разных ремесел, от кузнецов до мастеров по росписи пряников. У самых смелых была возможность принять участие в состязании по стрельбе из лука, а на импровизированной сцене выступали не только певцы и музыкальные коллективы, но и звучали стихи великого поэта. Музей-заповедник Михаила Юрьевича Лермонтова в очередной раз доказал, что является едва ли не лучшей культурной площадкой региона Кавминвода.